Уже 25 лет театр эстрадной песни «Шанс» дает талантливым людям возможность выступать на сцене и дарить зрителям настоящий праздник. Главным подарком для творческого коллектива в их день рождения стал полный зал гостей. Я с удовольствием передаю вам поздравительный адрес от главы муниципального образования города Десногорск, Смоленской области, Андрея Николаевича Шубина. Там приятные слова, но слова хочу передать от него и от себя, от души. И следующие 25 лет, и 50 лет, и так далее, да, чтобы только успех и удача. А с нашей стороны мы бы только благодарны за то, что вы нам дарите вот такие чудные мгновения, когда мы приходим сюда, чудные вечера. В концертной программе принимали участие все воспитанники коллектива театра эстрадной песни «Шанс». В том числе на сцену вышли и выпускницы прошлых лет. В течение всего вечера в зале царила дружеская и праздничная атмосфера. Поздравления звучали не только от гостей и поклонников, но и от коллег по сцене – хореографических коллективов ППО САЭС. Ансамбли «Кураж», «Радуга», «Веселинка», а также коллектив песни и пляски «Десногорские зори» выступили на сцене с танцевальными номерами. За все годы плодотворной работы коллектив театра песни «Шанс» прошел огромный творческий путь. За их плечами много побед на различных конкурсах и фестивалях. Вокальные занятия помогают молодому поколению раскрыть свой творческий потенциал и, возможно, в будущем посвятить свою жизнь музыкальному искусству. Не забывают про свое любимое дело и артисты из старшей группы, несмотря на свою большую занятость. Конечно, у них у всех есть семьи, конечно, им приходится выкраивать время, чтобы к нам прийти заниматься. Ну, молодцы они, спасибо им огромное, что они находят это время и приходят и занимаются, и радуют зрителя. Ну а какой день рождения без сюрпризов и торта? В завершении мероприятия каждому артисту коллектива «Шанс» вручили подарки от Комитета профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции. Я желаю счастья нам! Я желаю счастья вам! Я желаю счастья всем! Я желаю творчества всем! Я желаю долгих лет и процветания коллективу! Мы тоже всего-всего желаем, и мы уже счастливы! Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.